Математический расчет в этой игре предельно ясен. Они отстают от своего сегодняшнего соперника на 3 очка. И нужно победить, чтобы с ним сравняться. Все просто. Игра, которая может войти в историю. Историю одной из команд футбола стадиона страны. Ну как серьезно ты представил эту встречу. Ожидания действительно просто запредельные. Осталось только футболистам их оправдать. И вот мы видим состав хозяев. Итак, схема 4-3-3. Сейчас вновь стала очень популярной, а когда-то по этой схеме играла знаменитая сборная Нидерландов. Состав «Локомотива». При такой расстановке, несмотря на... Как он работает с мячом! Всех обыграл! Венсан Абубакар! Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Алан Касаев. Это может быть опасно. Итак, у нас аут. Васильяну Пере. Данилу Пере. Забивать надо! Барк Мусуфа. Не
Виталий Денисов. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Судья назначает штрафной. Карточка прятается. Александр Самедов. Удар по воротам. Гол от штанги. Вратарь как будто пытался угадать, в какую сторону полетит мяч. И штанга, друг вратаря, его тоже не выручила. Надо было ее перед свистком хоть погладить или поцеловать, как это делает голкипер Артем Ребров. Сейчас она явно сыграла за команду соперника. Данилу Пере. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Игрок поспешил, залез в офсайд. Тут просто подарили мяч сопернику. Андре. Умар Нияс. Пас назад. Возьми в руки. Партнеры поддерживают эту атаку. Отличный навес. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Прекрасный пас. Точно вам. Парк Усупа. Мануэль Фернандеш. Александр Самедов. Они выигрывают и будут подавать угловой. Внимание, Пейчинович! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Бруно Мартинс Инди. Попытка обострить игру. Барелла. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. И это желтая карточка. Марк Усупа. Умар Ниассе. И справляется вратарь с этим ударом. Защитник выбил мяч, надежно сыграл. Виталий Денисов. Дмитрий Тарасов. И мяч оказывается у голкипера. Роман Шишкин. Барк. Дмитрий Тарасов. Явная ошибка защитника. Мяч потерян. Опасно! Дмитрий Тарасов. Локомотив забивает гол. Нет борьбы на поле. Я настроился на жесткую, такую упертую игру, но то, что мы сейчас видим, делают, что хотят. Еще бы, они свободно чувствуют себя у ворот соперника. Полное преимущество по ударам и, думаю, по владению мячом. Сумасшедший удар под самую перекладину.
чуть выше, и не было бы никакого гола. Барк Юсуфа. Александр Самен. Есен Бремень. Удар! Вратарь забирает мяч. Умар Нияс. Алан Касай. Главное, без нарушений. Андре. И 2-0 после первого тайма. Хороший первый тайм он провел. Хорошо. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Внимание, Пейчинович. Барк Юсуфа. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Есин Брими. Андре. Александр Самин. Умар Нияс. Не лучший пас. Мяч уходит за боковую. Есин Брими. Пяткой пытался мяч отдать, но защитника не проведешь. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяин. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Какой шанс! Бенсан Абубакар! И он бьет головой и забивает. Ну что ж, камбэк может состояться. Снова лишь один мяч разделяет команды. Серьезно уступала одна из них, а теперь подобралась к сопернику вплотную. И тут все может измениться за какие-то секунды. Вот это серьезный поворот. Это дополнительный сюжет нашему матчу. Голова не только для того на плечах, чтобы думать, но и чтобы ей играть. Виталий Денис. Барк. Он бьет. Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Венсан Абубакар. Барк Юсуфа. Алан Касай. Отлично сыграл защитник, прервал фланговую атаку. Роман Шишкин. Мяч покинул пределы поля. Барелла. Барк Юсуфа. Бруно Мартинс Инди. Барелла. Андре. Массивлиану Пере. Кристиан Телли. Отличная игра в пас. Все точно и по делу.
А вот этот пас был уже лишним. Перехватывает соперник мяч. Андре. Роман Шишкин. Дмитрий Тарасов. Марк Усуфа. Мануэль Фернандеш. Вратарь! Вот это сейв! Игра остановлена. Будет угловой. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень... Внимание, Пейчинович! Опасно как! И он забивает! И поняли игроки атаки, что вратаря сегодня можно пробивать. Чем и занимаются. А нам остается только окончательный счет прикинуть. Тем временем у нас 3-1. Есин Брыми. И как пробил. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Мяч за лицевой линией. Раньше его вводили в игру защитники. Теперь это делают вратарь. Дмитрий Тарасов. Кристиан Телли. Опасно! Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что позиция убойная. На желтую, пожалуй, игрок наработал в этом эпизоде. И мимо ворот бьет игрок, хотя и довольно близко. Ну, позиция была хорошая, и он, в принципе, мог забить. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Данилу Пере. Какой шанс! Хороший сейв, с реакцией все у кипера в порядке. Около 8 минут до конца основного времени. Главное, без нарушений. Бруно Мартинс Инди. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Александр Самер. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Андре. Ушел мяч. Аут. Кристиан Телли. Венсан Абубакар. Александр Самер. Дмитрий Тарасов. Массивлиану Пере. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Желтая карточка. А ведь были хорошие шансы разыграть. 3-1 окончательный счет этого матча. Очень. Удар по воротам. Гол от штанги.
Сейчас у команд равное количество очков. И, разумеется, в случае победы кто-то из них сегодня уходит в отрыв. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Состав «Локомотив». При такой расстановке, несмотря на присутствие одного нападающего по схеме, на самом деле игра может получиться сверхатакующей. Кристиан Тель. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Умар Нияз. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Есин Брими. Венсан Абубакар. Александр Самен. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Аут. Ведран Чорлук. Данилу Перейн. Ноэль Фернандеш. Дмитрий Тарасов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Венсан Абубакар. Умар Нияз. Офсайд, нет никаких сомнений. Плохо сыграно, мяч потерян. Данилу Пере. Прекрасный пас, бьет он по воротам. Какой сейв, вратарь творит чудеса. Угловой в пользу Порту. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Удар от ворот был. Бездарная передача. Мяч покидает пределы поля. Мяч брошен. Не хотят терять ни секунды. Марк Юсуфа. Это может быть опасно. Теперь в атаке соперник. Бруно Мартинс Инди. Такие приемчики нравятся болельщикам. На месте голкипер. Все в порядке. Кристиан Тель. Умар Нияз. Барк Бусуфа. Забивать надо было. Пока ничья. Алан Касай. Дмитрий Тарас. Тут просто подарили мяч сопернику. Венсан Абубакар. Барк Юсуфа. Умар Нияз. Забивать надо в таких моментах. И ничейным счет остается. Защитник перехватил передачу. Барк. Прекрасно сыграно. Отобрал мяч легко и без нарушения правил. Андре. Ноэль Фернандеш. Барк Юсуфа. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу у защитника. Венсан Абубакар. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону.
откровенно чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Тут может что-то получиться. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Баргусуфа. И справляется вратарь с этим ударом. Судья показывает, что будет угловой. Фернандеш. Откровенно плохо сыграл сейчас защитник. Кристиан Телли. Умар Нияс. Андре. Венсан Абубакар. Данило Перейра. Все на изготовку. К угловому готовься. Подача углового. И вратарь забирает мяч. Венсан Абубакар. Решил пробить. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Внимание, Пейчинович. Алан Касаев. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. И как опасно пробил. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Марк Мусуфа. Андре. Нельзя сказать, что это был лучший тайм в его исполнении. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брак. Венсан Абубакар. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Андре. Александр Самен. Массивлиану Перея. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Умар Нияс. И навес. Алан Касаев. От головы в ворота. Класс! Этажа приходится этот гол, и надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Лучше поздно, чем никогда. Счет в матче открыт. Отличный прием. Так держать. Андре. Они остались с мячом. Вот это удар! И на месте голкипер. Не прошла эта передача мяч у соперника. Андре. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Алан Касаев.
Неплохо задумано. Мануэль Фернандеш. Барк Бусуфа. Умар Нияс. Бруно Мартинс Инди. Аут. Умар Нияс. Передача голкиперу. Медленно развивается атака. Бруно Мартинс Инди. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Остроумно сыграно, хороший пас. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Будет штрафной удар. Александр Самер. Есин Прими. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в ловушку. Перехват в центральной зоне. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Штрафной ставит судья. Барк Бусуфа. Винсан Абубакар. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент. Винсан Абубакар. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Он бьет, не справляется с нервами игрок и запускает мяч куда-то в небеса. А шанс, шанс был хорош. Винсан Абубакар. Хороший обостряющий пас. Бруно Мартинс Инди. Почти, но почти, как мы знаем, не считается. Согласен, Георгий. На все 100 согласен. Просто нужно больше брать игру на себя и решительнее действовать на острие атаки. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Мануэль Фернандеш. Опасно! Александр. Это гол Локомотива. Это уже серьезное преимущество. Еще один гол забивает команда. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Эффектный пас. Точно в ноги партнер. Классный отбор. Можно играть. Ну что же, игра завершилась. Сегодня клуб добился прекрасной победы, которая выводит его в лидеры чемпионской гонки. Ну и можно только поздравить. Прекрасный пас. Опасно. Прекрасный пас. Опасно. Бьет он поворот. Какой сейв. Вратарь творит чудеса. Угловой в пользу Порту.
Удар Гусуфа. И справляется вратарь с этим ударом. Судья показывает, что будет угловой. И навес. Алан Касаев. От головы в ворота. Класс! Александр Самедов. Это гол Локомотива.